Квадраты уже близко, и нам нужно секретное оружие! Уже бежим, мы готовы, мы готовы отбивать атаку! Ой, ребята, это король лич! Это скелет самый главный, смотрите! Гаяськи, ребята, меня зовут Флывис, и сегодня, ребята, сегодня великий день, потому что мы собираемся сейчас с вами, ребята, приобрести целую кучу воинов. Итак, для начала мы апгрейдим вот этого вот арбалетчика до максимального 10 уровня, и смотрите, в кого он превратился, ребята, в крутого арбалетчика. Воу-воу-воу, ну, он очень классный, у него, в принципе, 140 урона, и довольно-таки он неплох. Ребята, и сегодня мы приобретем, наверное, с вами вот эту вот феечку. Я не знаю, на что она способна, я ее сразу проапгрейжу до 9 уровня. И кого бы нам еще приобрести? Давайте из таких обычных персонажей. У нас, в принципе, уже все практически есть. Ребята, да, да, точно. Давайте мы апгрейдим с вами, ребята, паладина. Опа! Круто, ребята, все. Теперь у нас вообще полностью собран весь комплект персонажей, видите? И давайте мы возьмем еще феечку вот эту. Так, вместо кого бы ее взять? Давайте-ка мы вместо... Нет, это хороший шарик, конечно. Не, ну ладно, да, он бесполезен на самом деле. Вот так давайте возьмем. Все, и пойдем, ребята, в битву. В битву против каких-нибудь новых врагов. Мы, наверное, будем сейчас... Нет, мы еще не в новой области, но уже близки. Близки к ней. Так, ну что ж. Ой-ой-ой, ребят, смотрите, мумия. Мумия против нас идет. Так, ну ладно, ладно. Сейчас мы новых воинов-то на вас и испытаем, ребята. Да-да-да. Так, у нас есть феечка. И у нас есть новый арбалетчик. Ну как, прокачанный арбалетчик. Ну начнем, не знаю, с феечки давайте, наверное. Отправим ее. Ну, ее бы, конечно, с подкреплением каким-то отправлять было бы очень неплохо так-то. Ну ладно, давайте мы ее одну отправим сначала, так сказать, одну на задание отправим. Она вроде по области бьет, насколько я понимаю. Это же феечка, да, ребята, круто, она бьет по области. Крутая феечка, ребята, очень много у нее урона. Так, давайте вот эту принцессу ниндзя-самурай выпустим. Так, и лучника, ребята, смотрите. Ой, у нас сегодня все новые герои, ребята, это очень круто. Так, ну и давайте какого-нибудь шарика в подмогу им, в подмогу отправим. Давайте вот, к примеру, этих. Так, ну что ж, против нас сегодня, ребят, сражаются скелеты-лучники. Мы их давненько уже не видели. Так, ну посмотрим, на что они способны, эти скелеты-лучники. Так, давай. Выезжай. Скелета-лучник нужен. Ты... Так, ты не сможешь нас удалить, я точно знаю. Я хочу паладина, ребята, нового крутого паладина. Опа, все, вызываем. Смотрите, какой он офигенный, ребята. Ха-ха. Круто, смотрите, как он шагает. У него огромный меч, просто в форме с крестиком такой меч у него. Просто огромный. Так, теперь у нас, ребята, есть две феечки. И они будут всех уничтожать, это уж точно. Так, и у нас еще лучник, точнее, арбалетчик. Смотрите, ребята, у него вот это вот, как это называется-то, чалма на голове. Ну, такой вот, или тюрбан, как-то, в общем, да, полотенце замотано на голове, чтобы не жарко было. Тюрбан вроде называется. Так, ну и, конечно же, где там, ну и рыцарь наш, да, с феечкой. Очень-очень хороши. Так, все, ребята. Ой, мы как быстро справились, смотрите. Три феечки. Феечка розовый шарик. Феечка, ну какая-то, я не знаю, она ледяная, что ли. Воу. Ну, в общем и целом мы справляемся с неприятелем очень-очень даже неплохо. И меня это радует. Действительно радует. Действительно, мы победили. Так, ну что ж, ребята, что ж. Идем дальше. Да, победа. Так, маска воина, легенда, ребята. Мы получили легендарную маску воина. Вот это да. Ха, я не думал над этим. О, топорик нам выпал. О, хорошо, топорик это хорошо, ребята. Так, ну что ж, и в следующую битву мы идем. Что это, что ли? Так, ну здесь... О, ребята, босс квадрат, смотрите. Вот это да, не думал, что мы его и тут встретим. Ну хорошо, ну держитесь, демоны проклятые. Сейчас мы с вами будем сражаться.
Так, я уверен, вам это не понравится. Большие мумии, конечно, тут большие, суровые мумии. Так, ну хорошо, хорошо. Сейчас мы, ребята, с ними что-то сделаем. Так. Маленькие скелетики выбегают к нам и... Так, а ну-ка, кыш отсюда, мумия. Кыш, 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 кыш. У нас, в принципе, есть топорик, можем топориком воспользоваться. Ну ладно, топориком не будем воспользоваться, в принципе. Пока принцесса это справляется сама. Так. Принцесса, ты ведь справишься, да? Я в тебя верю. Давай, давай. Луки на изготовку. Отлично. Так, все, отлично, ребят, мы справились. Мы отбили эту атаку, даже не задели наше здание, главное. Да, оно не задето. И мы не позволим им этого сделать. Да, мы не позволим. Так, что тут у нас? Что тут у нас есть еще? Феечка есть еще, конечно же. Конечно же, феечка. Но мы, конечно, с ней сейчас что-то сделаем. Мы ее вызовем, да. И вот в таком варианте, я думаю, мы очень быстро победим врага. Так. Давай, 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 давай. Мои драгоценные, мои ненаглядные шарики. Вперед, бойте, бейте, бейте врага. Так. Я вот думаю, ребята, как же нам быть? У крепости очень много здоровья. Нам нужно больше фей. Я так подумал, что нам нужно больше фей. Это точно не помешает нам никогда. Так. Идем, идем, идем к врагу, так. И бьем их, бьем их, бьем их, бьем их, бьем их. И уничтожаем. Уничтожаем эту крепость, ребята. И еще немного. Смотрите, да все. Я думал, мы не справимся. Я думал, в этой крепости совсем будет много здоровья. Но нет, мы ее совершенно нормально уничтожаем. Так себе планомерненько, знаете ли. О, ребята! Это король Лич! Это скелет самый главный! Смотрите! Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте уничтожайте. Ой, ребята, он сильный. Сильный негодяй-то какой. Феечки, давайте, держитесь, держитесь там. Скоро, скоро подмога подойдет. Немножечко вам нужно продержаться. Немножечко. Так, вот уже подмога идет. На, получай, король. Мы его победили. Мы победили босса. Вау. Круто, ребята. Мы его сделали. Ха-ха. Да, мы молодцы, мы молодцы. А, все, подкрепление к шарикам уже идет, уже несется. И нам осталось понести последние удары. И да, и там будет все. Так, а ну-ка. Давайте, давайте, вперед, вперед. И это последний удар, да, ребята, и босс повержен. Все боссы сегодня повержены. Ура, ура, победа, да, ребята, это победа, и на этом на сегодня, пожалуй, все, шарики сделали много, и они заслуживают лайка и подписки на канал, ну а с вами тем временем был Флавиус, адиос, амигос.